Всем добра! Что, завидно? Хотите же такую крутую темно-синюю перламутровую тачку? Ладно, сейчас расскажу, как раздобыть такую и еще 4 секретных машины в ремейке «Мафии». Для начала едем в автосервис Бертони, который находится под мостом Джулиани. К тому самому автомеханику Лука, который помог нам выиграть гонку в одной из сюжетных миссий. Томми, это ты! Как дела, Лука? Отлично! Бизнес процветает. Кстати, я знаю, как отплатить тебе за выигрыш на трассе. Ты же любишь быстрые тачки? Кто не любит? У меня по всему городу свои люди. Говорят мне, кто, куда и на чем ездит. Новейшие модели, лучшие машины в городе. Я подумал, хорошо бы с тобой делиться информацией. А в чем подвох? Ни в чем. Надо просто найти нужную тачку. Все детали на стене. После разговора идем к стенду на стене и собираем с него 5 открыток. Погнали угонять машины. Первая точка находится совсем рядом, на набережной делового района Lost Heaven. Главное не забыть прихватить с собой пушку. Заезжаем в закоулок и вламываемся внутрь помещения. Теперь надо расстрелять ящики и пробраться к машине. Так в нашей коллекции появляется первая секретная машина – Траутенберг Спорт. Скорее приезжайте сюда! Сообщение о стрельбе. Всем машинам, ответьте! Осталось только открыть ворота и уехать на тачке. Сначала включаем средний рубильник. Отправьте сюда наряд! Потом левый и последним крайний правый. Можно валить отсюда в богатенький район Lost Heaven, Beach Hill. Кто-то из зависти к соседу сдал его местным угонщикам. Но нам-то какое дело? Заходим в гараж, а хозяин-то на месте. Да это тупырь еще и с ножом. А могли бы все сделать по-хорошему. Блин, а что с багажником? Это ж палевно. Не закрывается. О, закрылся. Следующий гараж находится на центральном острове. Неприметная сараюшка рядом с небоскребами. Еще одна гоночная машина и, судя по состоянию крыльев, не совсем в идеальном состоянии. Хотя нет, машина резвая. Ну и теперь наша дорога лежит к центральному вокзалу. На открытке написано, что у рабочих депо странное чувство юмора. Проверим этих петросянов. Подъезжаем к месту и бежим к вот этой куче ящиков. Они помогут нам перелезть через забор. Немного плутаем в лабиринте и доходим до двери в гараж, где
где находим тот самый автомобиль, на котором к нам приехали люди в черном в миссии про НЛО. Ну и осталась последняя открытка. Наш путь лежит в мотель Воевода, где мы уже были в одной из сюжетных миссий. Дорога дальняя, но места красивые. За отелем стоит гараж. Какое чудо, тоже не запертый. Оба-на, это что за трактор? А трактор-то с норовом. Ну, вот и все. Все 5 секретных машин в нашем гараже. Манта-прототип. Гоночный трактор Disorder. Еще один болид Траутенберг Спорт. Шикарный Ласситер V16 Аполлон. И старенький, но резвый болид Флим Спир. Огненное копье. Выбирайте, что вам больше подходит. Мне приглянулась вот эта мажорская машинка. Хотите больше? Пишите, жмите. Всем добра!